Приветствую вас, друзья! Меня зовут Салтыков Сергей. Вы находитесь на блоге танцевального развития и совершенствования. Сегодня мы снимаем выпуск про стретчинг 2, который будет посвящен поперечному шпагату. В первом выпуске я достаточно подробно разбирал механику процесса, систему работы СМС, то есть сухожилие, мышцы сухожилия, как это происходит. Что нам мешает сесть в шпагат? Кому интересно, вы можете найти этот выпуск на канале и посмотреть. Сегодня я бы хотел поговорить про другой вид шпагата, про поперечный, а также поговорить про некоторые интересные моменты, которые вам могут позволить это сделать быстрее, комфортнее, безопаснее. Итак, поперечный шпагат или самоконасана, более сложный шпагат, нежели продольный. Хотя у каких-то людей он есть, а продольного нет. Почему? Это объясняется строением костей таза, либо индивидуальными особенностями. Отведение ноги под 90 градусов достаточно редкое явление, поэтому чистая самоконасана редка. Поперечный шпагат, если вы не занимаетесь танцами, восточными единоборствами или не поспорились с кем-то, в принципе, вещь необязательная в обычной жизни. Но если вы занимаетесь танцами, если вы занимаетесь единоборствами или если вы хотите доказать самому себе, что вы можете это сделать, тогда поперечный шпагат вас ждет. В Ютубе достаточно большое количество роликов про поперечный шпагат, адекватных, хороших, где демонстрируется целая последовательность упражнений, помогающих это сделать от простого к сложному. И снимать еще один ролик, точно такой же, увеличивать количество и без того демонстрационных роликов не хотелось бы. Для того, чтобы снимать свое видео, нужно сказать что-то новое, что-то необычное. То, что помогло самому тебе сесть в шпагат, то, что было опробовано на твоих учениках. Так вот, сегодня я бы хотел поговорить о нейромышечной связи. То есть о том, что вы представляете себе то место, которое вы тянете, вы стараетесь концентрироваться на нем. Причем вы не просто представляете это место, а представляете, как у вас начинается движение внутри вашего тела, внутрь или наружу, вращательного характера, как у вас меняется объем. Это очень интересный инструмент. И чтобы вы понимали, о чем речь, существует такой вид идиомоторной тренировки. Ну, например, когда баскетболист получает травму, ломает руку, и вместо того, чтобы сидеть дома и играть здоровой рукой за компьютером, он приходит в зал, садится на скамейку и провожает взглядом мяч во время штрафных бросков. Он пытается слиться с этим мячом, он пытается сосредоточить свои ощущения в руках здорового бросающего игрока. И вот эта вот связь его с мячом, вот эта вот идиомоторная тренировка, позволяет снизить процент непопаданий в кольцо практически до нуля. То есть, когда он возвращается на площадку и начинает тренироваться снова, он играет точно так же, как если бы он не был травмирован. В отличие от того игрока, который сидел дома за компьютером. У того результативность бросков резко снижается. Это как нейромышечная тренировка, скажем, у культуристов. Когда они концентрируются мысленно на отстающих мышечных группах, те, которые нужно дотянуть в развитии, либо когда они концентрируются просто на определенных мышечных группах, которые они хотят проработать на этой конкретной тренировке. И вот эта вот связь мозг-мышцы, мышцы-мозг, она позволяет
ощущать мышцы гораздо лучше. И затрачивая небольшие усилия, меньшие веса, например, лучше наполнять мышцы кровью, лучше их прорабатывать, достигать большего эффекта. Так вот, нейромышечная связь, умение концентрироваться именно на тех отделах, представлять себе именно то, что вы хотите, позволит вам дотянуть поперечный шпагат без травм и сократит ваш путь. Я раньше не придавал такого большого значения нейромышечной связи, то ли в силу молодости, то ли в силу того, что раньше мы тренировались в основном, используя физику, но то ли с возрастом, то ли с количеством полученных травм, я стал придавать этому большее значение, освоил концентрацию, у меня стало получаться гораздо легче, и я хочу этим поделиться с вами. Итак, конечно, для поперечного шпагата нужна хорошая разминка, но кроме общей разминки нужна еще разминка специальная. Лично я делал всегда два упражнения. Первое. Я садился в демиплие и, не меняя уровень, я начинал проворачивать таз вперед-назад. Это несложно, но это нужно поделать. Затем вы стараетесь расставить свои ноги пошире, развернуть стопы, сесть между ними и, блокируя колени, не давая им завернуться, завалиться внутрь, попереносить вес с одной ноги на другую. Можно поставить руки вот так. Можно опустить их на пол. Но задача посидеть в этом положении минуту-полторы. Собственно, с чего я начинал? У меня был дома мешок, набитый тряпками, достаточно плотный, на который я пытался садиться, используя такой алгоритм. Я включал дома музыку и тянулся три мелодии. Мелодию тянулся, мелодию отдыхал. Мелодию тянулся, мелодию отдыхал, мелодию тянулся, мелодию отдыхал. Мелодия в среднем 3-3,5 минуты. Вот считайте, вся растяжка у вас занимает 20 минут в день. Я выключал свет, я закрывал глаза, чтобы меня ничего не отвлекало, и пытался сосредоточиться вот на своих ощущениях, представить, как я опускаюсь все ниже, ниже. Причем вначале я не мог сесть на этот мешок совсем. То есть у меня оставалось достаточно большое расстояние. Потом я отдыхал мелодию, на вторую мелодию я касался этого мешка. Мне было больно, я старался терпеть, расслабляться, опять отдыхал. И на третьей мелодии я уже сидел на этом мешке достаточно спокойно, достаточно уверенно. Обратите внимание только, чтобы у вас таз и стопы были на одной прямой. Причем, когда вы будете отдыхать, когда вы будете расслабляться, постарайтесь представить ощущение. Вот все же смотрели фильмы про вампиров, ужастики. Когда вампир погибает, представляете, как у него мясо опадает с костей, как становится такой кашей. Вот вы должны представлять свои расслабленные мышцы, как они у вас опадают с костей, как они становятся такой кашей. После того, как вы тянете себя, после того, как вы насилуете себя, вот это вот ощущение мышц, опадающих с костей у вампира или у какой-то другой нечисти, дает эффект максимального глубокого расслабления. Второе упражнение
Причем это может быть как упражнение, так и расслабление одновременно, в чем его очень большая ценность. Это раздвигание ног по стене. Вы должны лечь на пол к стенке, либо на диван, так чтобы таз у вас был максимально плотно прижат. Поднять ноги и развести их в стороны. И вот в этом положении вы должны лежать, расслабляясь, представлять цветок, который растет, раскрываясь навстречу солнцу, и потихонечку раздвигать свои ноги, опуская их ниже и ниже. Представления, ощущения могут быть у каждого свои. Главное, чтобы вам было приятно, удобно, комфортно. Итак, третье упражнение. Упавишха Конасана. Поза широкого угла. Садимся на пятую точку. Ноги раздвигаем на 90 градусов или шире. Если вы можете сесть с ровной спиной, хорошо. Если нет, то можно положить под попу подушечку. Ноги, кстати, вначале могут быть согнуты в коленях. И в этом положении пытаемся дотянуться руками до пола. И ноги потихонечку выталкиваем, выпрямляем. Так, чтобы вы могли сидеть ровно, спокойно. Это уже неплохо. Дальше руками нужно стараться тянуться вперед. Используя таких вот паучков, по чуть-чуть, по нескольку сантиметров, вы стараетесь наклоняться вперед до тех пор, пока ваши предплечья, ваши локти не опустятся на пол. Кстати, здесь можно положить какую-то книжку, поставить компьютер с интересным фильмом и смотреть или читать, отвлекаясь от неприятных болевых ощущений, концентрируясь на интересном фильме или интересном произведении. Можно начинать делать скручивания влево-вправо, небольшие наклоны. Причем я рекомендую делать их именно небольшие, потому что все вот эти вот наклоны и скручивания, они больше развивают ваши стороны, заднюю поверхность бедра, но не являются необходимостью именно для поперечного шпагата. Для поперечного шпагата все-таки вы должны стараться наклоняться вперед. Вперед, вперед, вперед. Причем ощущение должно быть, как будто тазобедренные суставы и позвоночник – это некий механизм. И вот эти суставы, они завернуты, закрыты внутрь, и они удерживают ваш позвоночник. Вы должны мысленно представлять раскрытие тазобедренных суставов, разворот их изнутри наружу, и вытяжение, высвобождение своего позвоночника из тазобедренных суставов. Следующее, четвертое упражнение, предпоследнее. Вы должны принять вот такую позу, когда у вас ноги раскрыты в тазобедренных суставах, согнуты в коленных под 90 градусов, голень, стопы согнуты под 90 градусов, и вы начинаете, не поднимая таз, накатывать по нескольку сантиметров вперед-назад, влево-вправо. Положение достаточно некомфортное, поэтому в нем также можно взять книжку, полежать, почитать, чтобы это было достаточно долго. В
все время совершать какие-то вот такие небольшие движения. Влево, вправо, вперед, назад. По ощущениям, область паха вы должны представлять как воздушный шарик. И вы мысленно пытаетесь увеличить этот объем. Вы пытаетесь надуть его воздухом, пытаетесь раздвигать ваши бедренные кости изнутри наружу. Опуская при этом таз все время ниже к коврику. Можно добавить интересных себе ощущений, открыв одну ногу, вторую оставив в таком же положении, и поделать те же самые накаты вперед-назад с каждой стороны. И вот то положение ног, та высота от пола, которую вы демонстрируете в этом упражнении, это и есть тот последний предел, который вам нужно преодолеть. Вот эти вот несчастные 10-15 сантиметров, которых вам не хватает до поперечного шпагата, дотянуть которые, к сожалению, будет сложнее всего. Ну и для того, чтобы дотянуть поперечный шпагат, вам необходима либо помощь партнера, либо метод постизометрической релаксации. Его я описывал достаточно подробно в первом выпуске про продольный шпагат. То есть вы должны напрячь свои мышцы, при этом таз поднимается чуть выше, изо всех сил, затем расслабить, опустить его вниз. Напрячь свои мышцы, расслабить, опустить таз вниз. Ну, допустим, вы принимаете то положение шпагата, которое у вас есть, и начинаете на вдохе напрягать свои мышцы изо всех сил, поднимая таз наверх. Задерживаетесь в нем на несколько секунд. На выдохе пытаетесь опуститься, расслабиться. Напрягаете мышцы изо всех сил. На выдохе расслабляетесь. Либо можно сделать то же самое с партнером. С партнером это получается даже, наверное, лучше, при условии, если партнер опытный, и он умеет помогать вам и удерживать вас на той границе, которую вы ощущаете, но не давит вас слишком глубоко, не провоцирует травму. Он ставит стопы на ваши бедра максимально близко к паху, к тазобедренному суставу, и начинает опускать вас вниз. Вы пытаетесь раздвигать, представлять, что у вас ноги двигаются изнутри наружу в разные стороны. Делаете вдох. На вдохе пытаетесь толкать таз вперед. И таким образом вы садитесь, собственно, в поперечный шпагат. Вообще, для именно вот этого вот последнего упражнения лично мне очень нравится ощущение штанов. То есть вы представляете ваши кости и ваши мышцы как ноги и брюки. И вот ваши бедренные кости, ваши ноги, вы стараетесь вдеть в ваши брюки, то есть толкнуть их изнутри наружу. А ваши мышцы вы стараетесь подтянуть наверх. То есть вы надеваете штаны на свои ноги. Вот это вот ощущение, одновременное движение изнутри
ног наружу, костей, а мышц снаружи внутрь и наверх позволит вам легче сесть в поперечный шпагат и хотя бы на чем-то сконцентрировать свои мысленные усилия. В заключение хочу сказать следующее. Ребята, для того, чтобы садиться в поперечный шпагат, не нужно делать кучу всяких разных секретных упражнений. Их нет, секретных упражнений. Для того, чтобы садиться в поперечный шпагат, нужно тупо садиться в поперечный шпагат. При этом можно делать только одно упражнение. Вот этот вот самый поперечный шпагат. Знаете, я раньше занимался бальными танцами, и мне не хватало выносливости прыгать киковый джайв 1,5–2 минуты. Поскольку я был человек достаточно упорный, я решил устранить этот недостаток и начал бегать вокруг озера. И потом похвастал своему тренеру, какой я молодец, как я работаю над своей выносливостью. На что он мне ответил: тебе не хватает выносливости прыгать джайв 1,5–2 минуты. Вот тебе ключи от танцевального зала. Приходи в зал и фигач джайв. 1,5 минуты, 2 минуты, 2,5. Бег вокруг озера – это хорошо, но это общая выносливость. А тебе нужна специальная выносливость. Вот когда ты сможешь прыгать один целую мелодию, 3 минуты, кики, тогда 1,5 минуты в паре тебе покажется достаточно легким упражнением. Поэтому не придумывайте себе ничего. Чтобы сесть в поперечный шпагат, нужно садиться в поперечный шпагат. Удачи!